Начало зоны. Так вот, я начал рассказывать и не дорассказал. Подаются условные сигналы. Когда стрела падает в начале зоны, помощники на кону показывают, значит, на свои ноги, там, колени и так далее. Если стрела попадает в середину зоны, они показывают пояс. Так, вот сейчас стрела ударила, грубо говоря, вот на таком уровне, поэтому стрелок имеет возможность сделать определенный вывод о зоне залета стрелы. Начинается вторая серия. Прославление меткого стрелка, прославление победителей – это такая же неотъемлемая часть нашей стрельбы. Это своеобразный ритуал. Я надеюсь, что исполнение песен «Бара» вы услышите еще не один раз, и стрельба наших финалистов будет сегодня достойной. На огневом рубеже Марген Ринчинов, Джидинский район. Второй выстрел серии. Два очка. На огневом рубеже Сергей Самбилов и Волгинский район. Стрела зашла в самое начало зоны, отскочила и при вылете не задела ни одной суры. Одно очко. Сказывается финальное напряжение, сказывается волнение участников. Итак, после четырех выстрелов лидером является Дашеев Чингис, Закаменский район. 8 очков. 5 очков набрал Жапов Нима. 2 очка набирает Дашеев Чингис. Ринчинов Марген с результатом 3 очка находится на 4 месте. И на 3 месте находится Самбилов Сергей, 4 очка. Пройдена ровно половина нашего абсолютного первенства. Все еще может очень сильно поменяться. Ласки! Дашеев Чингис уходит в отрыв. Вы видите этот восторг, радость неподдельную стрелка, которую бурно разделяют земляки и закаменцы. Сын Агинских степей Жапов Нима, представляющий сегодня железнодорожный район города Улан-Удэ. 2 очка. На огневом рубеже Марген Ринчинов. Человек, занимающийся нелегким сельским трудом, он не раз доказывал устойчивость своей нервной системы.
зарабатывает 2 очка. Пасти! Подтверждение моих слов, Марген Ринчинов восполняет свои промахи и на сегодняшнюю минуту, на данную минуту становится вторым по общему количеству очков. Одно очко. За Самбилова Сергея должен болеть как и Волгинский, так и Курумканский район, уроженцем которого является Сергей. Одно очко. По итогу 3 серий 6 очков имеет Сергей Самбилов. 8 очков у Ринчинова Мергена, 7 очков у Жапова Немы, 13 очков у Дашеева Чингиса. Классные стрелки не раз доказывали, что изменить можно все и в последний момент, поэтому делать какие-либо выводы об исходе нашей сегодняшней схватки еще рано. 2 очка, 15 очков имеет Дашеев Чингис. После 7 выстрелов. Посмотрим, справится ли он со своим волнением. Стрелки знают волнение последнего выстрела, который может многое решить. Значит, судьбе каждого стрелка очень надо. Так он выбивает одно очко. В сумме Чингис Дашеев из Закаменского района имеет 16 очков. Жапа Внима. Одно очко. Два очка. 10 очков по результату 4 серий имеет сын Ногинских степей Жапов Нема, представляющий железнодорожный район города Улан-Удэ. Ринчинов Марган промахивается. Два очка. К сожалению, Пласти не выкатилась за двухметровую зону, поэтому Мерген за эту серию получает 2 очка. Итого, Ринчинов Мерген 10 очков. Сергей Самбилов. Одно очко. Стрела достоинства, стрела чести. На этом мы готовы объявить имя победителя сегодняшнего поединка. Имя чемпиона Сурхарбана 2019. Чингис Дашеев! Захейгаймен Захарин! Алга Мырган! Абсолютный чемпион игр Надым Сурхарбан 2019 года! Сельских игр!
чемпионата Республики Бурятия, Кубка Шенхена, Ердынских игр 2019 года. Учитель физической культуры средней школы села Саган-Марин, Закаменский район, Чингиз Дашев! Церемонию награждения проводит исполняющий обязанности руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шенхен.